Видео подготовлено сайтом onlinegdz.net. Всем здравствуйте! Выполним задание номер 204b. Рабочий изготовил 10 деталей на своем станке за 52 часа 30 минут. Станок автомата изготовил 25 таких же деталей за 43 часа 45 минут. Во сколько раз автомат работал быстрее рабочего? Итак, известно, что 10 деталей рабочий за 52 часа 30 минут. А станок автомат 25 таких же деталей за 43 часа 45 минут. Так, во сколько раз работал быстрее? Во сколько? Неизвестно. Итак, для того, чтобы узнать, во сколько раз быстрее работал автомат, чем человек рабочий, нужно сначала узнать, сколько минут уходило на изготовление одной детали. Для этого часы переводим в минуты. Так, 52 часа 30 минут. В одном часе 60 минут, поэтому 52 умножаем на 60 минут. И прибавляем 30 минут. 52 умножить на 60 получаем 3120 минут. И плюс 30 минут. Получается всего 3150 минут. Второе действие. Узнаем, сколько времени уходило на изготовление одной детали. 3150 разделим на 10. Получаем 315 минут. Это рабочий. На одну деталь. Дальше теперь узнаем, сколько времени потратил станок-автомат. 43 часа 45 минут. Переведем тоже в минуты. 43 умножаем на 60 минут. И плюс 45 минут. Получаем 43 умножить на 60. Это будет 2580 минут. И плюс 45 минут. Получаем 2625 минут. Теперь узнаем, сколько станок-автомат тратил времени на изготовление одной детали. 2625 мы разделим на 25 деталей. Получаем 105 минут. Это у нас станок-автомат на одну деталь. Ну и теперь узнаем, во сколько же раз быстрее изготавливал станок-автомат. Для этого время 315 минут, которое рабочий тратил на одну деталь, поделим на 105 минут. 315 делим на 105. Получаем 3 раза. Станок-автомат быстрее рабочего. Ответ записываем в 3 раза. Задание выполнили. Если вы хотите найти больше видео по другим предметам, подписывайтесь на наш канал и задавайте вопросы в социальных сетях. Желаю удачи!